Они с вас берут по 6 штук, они вам что, рассказывали это? Нет. То, что я с YouTube рассказываю, то, что здесь выяснял, что они обязаны это знать. И они такие, блядь, ничего вам не говорят, ничего не знают, с вас берут 6 штук, а потом начинают вас прессовать всех. И меня, а на меня и вообще-то, смотри, как набросились. И такие, типа, прессуют, и типа, не рыпайтесь, вы нам 6 штук отдали, еще 6 штук. У вас бабок нет, у нас есть, давайте не рыпайтесь, уебывайте отсюда со штатов эти. Алена, Лана, Шимил, Энко, я Антон Буйнов. Вы что, охуели, блядь, шмары? Ёбаные шмары лезут в нос, блядь, вытворять гадости. Чтобы, типа, тот, кто им отдал бабки, уебал еще со штатов, и тут ничего не высветилось по поводу них. Еще и запутывают, блядь, что, охуели, что ли, вообще? Тинейджеры, они прессуют лярвы, блядь. Вы что, уебывайте отсюда, дамочки?